Начинаем запись. Сегодня будем делать эдит школьного переполоха 98 главы. Я не знаю, всю ли я сделаю или нет. Там надо будет еще звуки попереводить. У меня еще куча тенков, фитара. 97 главу сегодня же зальем на сайт тоже в конце этого ролика. Так, школьный переполох 98. 99 это тоже, кстати, готово. Даже Гарик тоже сделан. 98-я тормозится немножко. Так, ну поехали. Давайте вот так вот. Опять переводчик название файлов поменял. Я так стараюсь, это название файлов пишу. Чего я все это делаю, скажите, пожалуйста. Чтобы потом вот так вот мучиться и переименовывать все обратно? Нет. Чтобы вы не переименовывали это дело. Так. Ла-ла-ла-ла-ла. Ой, я посмотрю на все это дело, что сколько тут всего менять надо. Я прям, о боже мой, не хочу, не хочу. Надо сгруппировать все. Короче, смотрите, у нас в каком виде это выглядит все это. В каком виде это выглядит. Короче, в каком виде мне прислали перевод. Это самое. Текст не сгруппирован. Тут нотки, допустим, дополнительные символы, да, на сканах. Не поставлен на нужное место. В некоторых местах шрифт как, ну, почему-то вот такой. В некоторых местах шрифт еще и не этот самый. А, версия третья. Anime Ace версия третья. Мы пишем Anime Ace версия вторая. Вторая версия третья отличается тем, что в третьей есть большие буквы, а во второй нет больших букв. То есть, вот. Версия 2, там все большими буквами пишется, а версия 3, там можно еще и, ну, маленькие буквы большие поделать, заглавные и мощные. Так, что еще? Шрифт, размеры везде разные. Тут такой, тут поменьше, тут еще побольше. Тут вот такое, сколько тут? Тут 14. Тут у нас тоже 14, но еще более-менее получше, чем бывает. Но тут почему-то у нас, ну это 14, не знаю. Так, дальше вот этот шрифт надо будет менять на бедильный скрипт Манго Мод, да. Ну сейчас, короче, поехали смотреть, что тут за чудо-юдо. Сначала сгруппируемся. Ла-ла-ла. Хорошо для двоих. Один. Ты скажешь, что ты делаешь. Ты выводишь? Можно ручку. Так, а вот это что такое, значит, почему вот это у нас расклеивано в картинку? То есть это даже не... А, потому что обводка есть. Интересно. Так. Ну, это тоже можно сделать вот таким способом. Ctrl-C. Сейчас, бетина, верно, бетина, не смешай. Ну, вот так вот, и сделаем обводочку. Обводка, беленькая, окей, окей. Этот слой удаляем, этот слой... Давайте определимся с размером шрифта. Десятка, наверное, да, тут пойдет? Десятка, ты видишь, такой сейчас клеивой. Это вы, да. Ты же такой. Еще и два пробела было. Вот, вот так. Так, сестра. Что-то. Так, давайте сейчас группируем, а то я уже запуталась. Что ты делаешь? Я готовлю торт. Это у нас второй фрейм. Дальше готовится вот. Ха-ха, ну. Третий фрейм. Скоро день рождения Окума. Ой, Курасума. Окума. Где это был Окума-кун? А, вспомнил. Скоро день рождения. Потому что это 4-5. Помочь нет. И шестой. Так, день рождения, название главы. Слой 16. Это у нас... Видимо, лишний. Нотка в первый фрейм идет.
Так, тут я не помню, каким шрифтом мы пользуемся, как название глав. Надо сравнить с предыдущей. Если... Ах, тут еще эти сильные страницы, по-моему, там начинаются. Ой. А, как машина ТТТ. Махин ТТТ. Где-то там такой шрифтик. Махин ТТТ. Где ты? Вот он. Чуть пониже. И давайте 52. Вот так, день рождения. И поехали. Так, эти два слоя тащим вниз и сравниваем с японским. Ла-ла-ла. Во-первых, ставим, да, версия, да. Правка или... Угу. Вот такой, такой вот модель еще пробил. Вот почему я не люблю вот эти вот, вот так вот делать. Сейчас расскажу. Здесь все тексты сделаны вот таким образом. То есть выбираем режим текст, выделяем область, где мы будем печатать, да? То есть да. Берем инструмент текст, выделяем область, где мы будем печатать, и он сам центрирует нам все это дело, да, там ла-ла-ла-ла. Вот, почему я это не люблю? Потому что когда это дело сохраняется, мы потом подцентрировать не сможем. Допустим, я хочу, чтобы этот ла, здесь будет еще вот самая нотка, да, и получается текст нужно будет в сторону немножко отвести. А я так нажимаю пробельчики, и он не делает. Приходится каждый раз новую строчку делать. Куда мне ла ускакала теперь? И все равно, так, делаем. Куда мне ла ускакала? Почему она пропала вообще? Потому что у меня места нету. Так, пишем ла, и все равно он мне не хочет, да, ничего делать. Ну, короче, в эту сторону двигается, а в эту сторону, в другую, не хочет он двигаться. Поэтому я не люблю, когда вот так вот делают, ну, выделяют область. Я люблю, когда делают вот таким способом. Нажимаешь и так ла, 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 ла. Вот так. При этом делаем вот так. Здесь, да, будет нотка, и все отлично стоит. Сейчас нотку поставим. Вот так. С этим словом давайте соединим, чтобы они за один читались. Вот так пускай будет. Давайте нотку чуть-чуть в сторонку еще подвинем. Вот. И соскочим. Что-то он так сильно скачет. Ну ладно, так тоже хорошо. В общем, вот так я люблю, когда делают. Когда вот выделением, ну, то есть область делать, да, конечно, центрирует, как бы, но очень все равно неудобная вещь, ну, для дикеров, ну, в дальнейшем, потому что я мест буду очень много. Тут, опять-таки, нужно троеточие поставить, это самое, сдвинуть немножко. Но вот в эту сторону он легко сдвигает, а вот в ту сторону, вот фиг он вам что сдвинет. Видите? А если бы тут, допустим, вот кавычки стояли, да, а здесь этого не было, как я потом это сдвигать буду в ту сторону? Никак. Я и... А, вот, смотри. Вот. Что ты тут плачешь, человек? Не плачу. Что ты говоришь? Не плачу. Я говорю, лазишь. Плачешь? Да. Что вы тут плачете? Так. Угу. Так, второй фрейм. Кроме этого, версия 2. То есть тут начал версия 2, а потом пошел версия 3. Да? Ну, тоже бывает. На него все проходит. Да нет, самое, я знаю, какие ошибки совершаю, что все проходит, естественно.
Так, а вот этот мы не крутим. У нас 0,9, 0,2, 0,4, 0,2. Давайте поближе. Ай, ровненько. Олечка, пожалуйста, не стучи по стеклу. Стекло может так разбиться. Сестра, что ты делаешь? Вот тут нажимаешь побелочки, а он ничего не хочет убрать. Да и такое. Хотя тут видите, сколько побелов. Чтобы это так убрать, надо просто-напросто там, ну, как новую строчку начать. Вот. Олечка, иди поиграй там в игрушки, пожалуйста. Там столько игрушек. Ты бы тебе вот почему до сих пор не съел. Ешь, давай, человечка. Я готовлю торт. Так. Двенадцать и вторая версия. Готовишь торт? Зачем? С центровкой хорошо все на самом деле. Потом. Ну, чуть-чуть вот здесь надо подвинуть. Сейчас тоже расскажу почему. Так. Зачем? Так, многоточие. А, в английском не было многоточие. Ну ладно. Ну, с японским давайте сравнивать. Да. Ха-ха-ха. Ха-ха. Так, ну... Зачем? Вот. Так вот. В принципе, это можно в один самый фрейм включить. Ну, два, три. Чтоб лишних фреймов не было. Дальше едем. 4-5. Скоро день рождения угнутый. Вторая версия 12. Вот здесь почему центровка неправильная. Сейчас я попробую нарисовать слой. Новый слой. Слой, без разницы какой. И дорисовываем облачко наше, да? А если его дорисовывать, оно будет примерно вот такое, да? И если вот так смотреть, то даже, ну, то его нужно примерно в этом, ну, в этом месте центрировать, да? То есть, по идее, даже вот тут вот. Вот это будет середина, да, если вот целое облачко такое брать. Но тут у нас мешала голова, поэтому человек взял и поставил повыше, чтобы на голову не залезала. Выбрал середину где-то вот так. Но это неправильный подход, потому что когда у нас облачко обрезанное, то мы край считаем не вот этот, который там дорисованный, да, вот этого края вообще нету. Мы считаем край вот рамочка, то есть от рамки до текста и вот этого облачка до текста должно быть одинаковое расстояние. То есть оно должно быть вот так вот примерно находиться. Но, опять-таки, здесь у нас что происходит? У нас сверху получается вот такое расстояние, а снизу облачко очень длинное и вот такое расстояние получается. Поэтому смотрим, что у нас было в оригинале. Включаем японский слой и смотрим. Японцы, они вообще такие хитрые, они могут, ну, они фразы пишут вот столбцами, да? И им очень, это очень удобно. А мы так делать не можем. Мы можем это делать немножко по-другому. Мы можем этот текст растянуть пошире. В смысле, не пошире, а по, ну, по вертикали растянуть немножко. То есть вот так. Кура, день рождения, кура суммы, кура, сумма куна. Ой, и дальше. И поставить вот, вот так. И вот так получается более-менее посередине. Хотя на самом деле я поставила бы вот так, да, и причем это поставила бы ободку, но... Может все-таки без вот, вот такого... Вот так хорошо будет смотреться.
Не совсем по центру, как хотелось бы, но голова мешает. А на голову вырезать мы не будем. Так, это дополнительно удаляем. Так, вот оно что. Что? Так, сохраняем. Последний фрейм. А, это у нас 12. И вторая версия. Не получится. Ой, не там. Вот так. Тут два получалось. Здесь то же самое, чуть немножко в сторону. Нет, это не будет иметь смысла, если я не делаю все сама. Тут все чуть-чуть вот. Опять-таки, то, что мы не продолжаем тут этот, а граница вот она, граница. Граница облачка. Просто получается кривое облако, вот такое. Что-то в этом духе. Так, с этим закончили. Смотрим по звукам. Какие тут у нас звуки есть. Нету. Вот это вот какое-то... Какая-то фраза, ее должна отдать мне перевели. Супер. Так, это раз фразочка. И вот тут вторая. Что-то на отдайте написано. Тоже ничего не написано. А, это, видимо, на звук. Звучит. Да, здесь это точно такой же. Смешивай. Поехали в этот самый. В анимангу. Смотри звуки. Щака-щака. Как это читается, интересно. А, щака. Щака-щака. Шик-плынь. Щелчок, скребущий звук. Шик-шик. Так. Не подходит шрифт. Вот такой пойдет лучше. Шик-шик. Целое время. А, это есть большие, да? Шик-шик, так. Шестой фрейм. И сюда. Шик-шик. Тут нужна водочка, я ее еще не скопировала. Била водку, я всегда копирую в самом начале, чтобы, потому что ее и часто пользуемся, чтобы 100 раз ее не включать. Так, вот так, и чуть-чуть погнуть по изгиб сделать, чуть-чуть. Вот, десяточка сойдет. Так, это выключаем. Тут такой клин уже здесь сделан. Этот шик-шик идет во второй фрейм. Все, сохраняем. Первая страница готова. Включаем вторую страницу. 98 глава, вторая страница. Переименовываем, да? То есть вот эти файлики, это мои старенькие. То есть не без перевода, без клина, без ничего. Так, F2, Ctrl-C, это удаляем. Здесь переименовываем, вот так. Включаем второй. Оказалось, что она сделала все, что смогла. В каком смысле? Так, сейчас давайте с этим сгруппируем. Сестра. Это... Я думаю, где этот, я думаю. Так, это 2, 3. Подожди, Лёха, оставь здесь фургоны. Угу, ты тоже сдаёшь. 2, 3. Это тоже сдаёшь, 2, 3. Так, что? Дальше что? Но я и правда, тут это, да, это будет, группируем. 4. Так. Сестра, алло. Алло, алло. Не могу ехать. Это у нас 5, 6. Ого.
и... Так, тут у нас что? Гутеровари. Эти тащи в неудобности. Смотрим с японским. Так, во-первых, все наши переводы мы сравниваем не с шрифты, потом месторасположение звуков, месторасположение текста. Мы все сравниваем с оригиналом, с японским, а не с английским. То есть вот это вот дело должно стоять, вот эта фраза, она не здесь должна стоять. Она должна стоять вот тут сбоку. Так, шрифтом мы тут, ну я человеку просто не говорила, каким мы тут пользовались, какими шрифтами мы пользовались, так что тут уже мой косяк. А, здесь мы пользовались вот таким, да, вот таким вот шрифтом. Так, абзац посередине и размер 18 я делаю. Оказалось, у этого шрифта очень тоненький пробел, поэтому если надо будет, мы сделаем два пробела. Оказалось, что она сделала. Вот так сойдет. Так, только я саму фразу не очень поняла. Ну да, пойдет, в принципе, по переводам. А дальше поехали. Второй, третий фрейм. Опять-таки, вот это вот три штуки у нас будет версия вторая. Ну, мы просто делаем такие тоже. Сейчас версия вторая, а не третья. По привычке. Можно, по идее, в третьей сделать, почему бы и нет. Только если будете делать версию третьей, то не забывайте в начале предложения ставить большие заглавные буквы. Ну, в таком случае. Если вы взяли третью версию. Вот. Чтобы не париться, мы делаем все вторым. Так, это тоже версия 3. Я уже запуталась. Так, еще разок. Версия 2 и размер 13. Мы решили взять за основу. Это почему не поменялся. Вот так. А, по поводу центровки с знаком препинания. Знаки препинания считаем как пустое место. То есть центруем слово «это» вот так вот, да? Оно будет у нас по центру стоять. Ну и три этих самых с точкой ставим. Это у нас сместилось, значит мы должны вернуть обратно это на место. Вот так. То есть знаки препинания у нас как пустое место. Сейчас еще нарисую по этому. По понятию, что было. То есть расстояние вот это, а это новый слой, то есть это нарисую, это всякое. Новый слой. Вот это расстояние. Х должно быть равно вот этому расстоянию. Тут. Вот этому расстоянию. А вот это расстояние. Тогда тоже х у нас. Это будет y. Должно равняться расстоянию отсюда до вот этой буквы. То есть не вот до сюда, не до сюда, а вот именно до сюда. До сюда. А еще, почему здесь мы сделали расстояние не до головы, а именно вот до этого, до нашего продолжения. А, потому что это все входит в картинку. То есть все, что уходит за рамку, если облачко заходит за рамку, то мы вот это вот продолжение облачка мы не делаем. Но если облачко находится в картинке, и у него заграждает картинка сама, да, например, голова или там другое облачко, то мы учитываем расстояние вот именно вот этого продолжения вот этого.
Потому что частенько бывает так, что, допустим, одно облачко, вот, допустим, оно будет вот так вот выскакивать из-за другого. Даже не так нарисую, сейчас покажу по-другому. Вот, допустим, вот это облачко, да? А за ним вот так вот второе облачко, и его там текст, допустим, перекрывает. То есть там та-та-та-та-та, что-то там говорят. То есть этот текст, его как бы, вот эту часть не видно. Вот так. Получается, что этот человек, допустим, хотел что-то сказать, а самый, ну вот этот, что-то хотел сказать, а его, допустим, перебили, вот это вот, перебили его, и та его фраза, получается, как бы на заднем плане почти что не слышна. Так же и здесь получается. Честно говоря, я хрен знает, что я говорю, потому что мне ребенок, когда рядышком играет, я это теряюсь в мыслях, надо пропустить людей на манге, а он еще говорит и очень сильно сбивает. Так что, если я что-то говорю непонятно, то уж извините меня, пожалуйста. Я думаю... так, я пробил. Я думаю, лучшим решением будет купить готовый подарок в консумусе Empire. Кстати, в русских предложениях всегда в конце ставится точка. Это вот самое, что нужно знать. Дальше, что вот эти вот многоточия вертикальные. Вертикальные многоточия ставятся в японском языке, а мы же пишем все по-русски. Так что вот эти вот удаляем. То есть японцы, они пишут так тобика, а мы пишем все горизонтально. Поэтому и многоточия будем делать горизонтальные. Частенько делают анлайтеры, оставляют многоточие вот такие, ну, потому что лишняя работа, да, там пару секунд потратить, ну, да, тоже все-таки потратить пару секунд лишних. Что мы будем делать с этими многоточиями? Мы берем, ставим точки, и ставим, причем не три точки, как обычно, вот после окончания предложения, да, а ставим пять многоточек, точнее, пять точек, раз, два, три, четыре, пять. Это 5 точек означает, что тут идет молчание. Тоже центрируем это. Если вам кажется, что точки очень маленькие, можно сделать их размер побольше, чем обычный шрифт. Допустим, 14. Что, ну, чтобы их было визуально видно. Дальше едем. Так. Здесь тоже самое шрифт. Шрифты должны быть везде одинаково. Ну, вот основной текст должен шрифту. Основной текст должен быть одинакового стиля и размера. Я и правда не знаю, что нравится. По поводу переноса. Если. Ну, тут получается. У нас перенос такой, как весы такие, да? Чтобы такого не было, можно сделать вот так вот. Смайль. Чайка. Вот так. И получается уже не совсем весы, а более округленный вид. Это вот, допустим, такие дни обычные. Вот. Так, ну я и правда не знаю, что нравится мне. Так, здесь ставим пробел, потому что у нас в конце идет знак, знак такой, знак запинания. В данном случае тире, это не запинание, а перенос. Такие знаки мы... компенсируем. Ну, я вам сказала еще на этом примере это. Что они как пустое место считаются. Мальчиком к тому же, Курасу Макун довольно-таки, довольно такие, по-моему, так, то есть необычные. Орфографию я не проверяю, я просто сама очень неграмотная. Вы тут меня простите, да, потом отправлю на проект, она потом все исправит. И последний. Сестра. Алло, алло. Так, 12. И вторая версия. Сестра. А, кстати, тут уже поехали не вот так, не такого формата текста, да, а нормального, который я люблю. Алло, зна. Алло, алло. Извини, что так внезапно я узнала. У Якума. Так, и вот это дело. О, ты освоил. Это пришел. Не хочешь пройти со мной в запасном магазине? Так, с тайпом закончили, поехали со звуками. Тут есть тут звуки.
Звуков нет, все прекрасно. Сохраняем. Готово. Так, перевод, в принципе, мне нравится. Так, третья страничка. Всего у нас сколько? 11 страниц. Удаляем, переименовываем, открываем. Тет-ху-ла. Сколько тут всего? Перед станцией Ягами. Тоже тут это я не сказала, каким шрифтами пользоваться. Это у нас будет... Вот этим мы пользовались, да? Да, и тут надо главными буковками. Ягами. Слушайте, я не помню, Ягами все у них. Ягами этот магазин, Ягами то. Ягами станция. Так. Неужели это? Это неужели? Ну, а где тут перестанция Ягами? Группируем сюда. Первый фрейм. Дэн Мачан. Ну-ка, это вторая версия, тут третья версия. Угу. Тут снова вторая версия, тут третья версия. Вторая, третья, третья. Ну, короче, я все перепутала с этим, со шрифтом второй, третьей версии. Я не должна облажаться. Так, второй фрейм. Сегодня я точно не успею. Так. Господи, где этот? Сегодня. Господи, не могу найти. Вот он. Харимаку, извини. Я должен бороться. Сегодня точно пропью Харимаку. О, а вот мой ангел. Пришел. Хороший перевод, на самом деле. Мне нравится. Так, о-о-о, где у нас О? А вот и мой ангел. ХД-ХД, эта фраза. Вот она. Ctrl-G. 3-4. Не жаль. Нет, не совсем. Ctrl-G. 5. Так, потыкаю. Так. Это какой был? Шестой, да? Шестой. Ты куда ты бросил? Угу. И это лишний слой. Угу. Так, эти перетаскиваем вниз. Так, включаем. Ну, тут все, в принципе, все то же самое идет. Ну, потихоньку. Значит, вот эта фразочка. Меняем шрифт на вот этот. АЗЗ, ТНК, Трибют Кир. Ну, мы им пишем вот эти вот фразочки. Так, размер 18. И давайте его... Он выглядит крайне... Сейчас это ближе. Господи, как пишет? Как прямо сейчас пишем? Не знаю. Пускай будет так. Он будет крайне счастливым. Вот так, да? Ну-ка. О, отлично. Так, далее что? Сохраним. Перед станцией Ягами. Повышенно я поставлю, что я слишком низко пихну. Так, это... Неужели я сплю? Обводка есть, да? Беленькая. О, вообще молодец. Что-то на первом фрейме тогда поставил. Так странно. Так, тут у нас с этим самым, с клином немножечко, да? Угу. Не доделано, не доделан клин. Давайте исправим это дело. Раз, два, три. Ой, что это такое? Это что, тоже японская буковка? Японская буковка. Ну-ка. Ну да, это буква японская. Ее даже не достирали тут. Угу.
Что? Ага, это поезд, господи, надо поезд остановиться. Я слишком много всего меняю. Ты. Вот так. Поехали. Слушайте, я не умею поезда рисовать, поэтому как получилось, так получилось. Ладно. Вот так. Допустим, там начало, а здесь вот, а здесь конец. Неужели я сплю? Так, нормально все. Сойдет. Так, сохраняем. Так, тут залезла за краешек. Японку залезает? Нет, не залезает. Надо чуть сдвинуть. Так, вот тут лично пробил. Я не должна облажаться. Вторая версия. Да, тут нужно 14, потому что там по этому самому тут побольше эти. 29 места. Ну ладно. Это что такое? Я хочу подвинуть сюда. Тут тоже вот это большими буковками. Ну-ка еще раз уберем. А, так остальное все хорошо. Тут столб еще был, столб стерли. Целый столб стерли. Давайте вернем столб. Это можно было стереть столб. Ctrl-V. И удалить кусочек. Ctrl-C, Ctrl-V. Так. Давайте ставим по тому наверх. Это тебе бабушка Нита подарила? Да. Что это такое, что ты говоришь? Это какая-то палочка. Мама, у палочки... У палочки... Это палочка, она... Грязная какая-то. Бабочка грязная? Надо помыть ее? Да. Ну ты и все. Мама, ну, проблема, а что это палочка не сломалась? Да. Потому что мы ее еще не успели сломать. Так, соединяем два слоя, все. Нарисовали нашу картинку, которая попала.
Так, отлично. Так, дальше что тут у нас, где мы там остановились? А, размеры шрифтов хотят поставить. Тут размер больше обычного. Здесь тоже больше обычного. Здесь вообще другой шрифт. Ну, в смысле, можно толстеньким его сделать. Здесь тоже другой шрифт совершенно должен быть. Так, обычный. Тут типа, ага, молодец, другой шрифт поставил. Только здесь надо тоже такой шрифт. И здесь тоже такой шрифт. Хорошо, поехали по очереди. Здесь становились, я не должна облажаться. Наверное, так. А, это смотрите, это дополнительная карточка. Угу. Ее нужно подкрутить и сделаем ее бетиной. Дополнительные карточки мы делаем бетиной. Бетиной хрипном кому-то. Ее должно обожаться. Угу. Спозиционировать важно там, где хуже всего сделан крем. Ну да, руку спуть. Я тебе хорошо, ух ты, с прямой креацией играться. Это. Так. С этим все. А сегодня я точно успею. Да, я сегодня точно преуспею, а не успею. Так, здесь у нас что с этим размер. Рука будет 13, да, и жирненький. Рима Терекун. Это как это ваша Извини, что заставило встать. Так, вот здесь что у нас с этим? О, а вот у меня... Так, Косюля. Так, не поняла. Какой-то Я просто думаю, тут по-английски написано май. Ну, в оригинале написано по-английски май, а потом ангел. Как это пишется? Это иншири. Это... Да. Так, так. Ну затем, о, еще ладно, можно оставить, да, вот этот вот палочки. А вот это нужно стереть. Но мне тут не нужны. Что ты? Так, вот и мой ангел. Так, со шрифтом что? Тут у нас крупные жирненькие, да, получается? Давайте, крупный жирненький. Ну, в принципе, можно оставить обычного его, да. О, а вот и мой ангел. Так, здесь есть обоечка, сюда забыли поставить. Ну, там, потому что, видимо, не надо было. Так, расставим шрифт 24. Наверное, ой, на это разные будут размерчики. Так, а вот и Анна. Вот так вот сделаем. Вот и мой ангел. Теперь с О. Что мы с О будем делать?
А, у нас, во-первых, это... Так вот, это все прекрасно. Сейчас. Но если сравнить, допустим, с этим этими знаками, то получается, эти О у нас слишком маленькие. Так что давайте побольше сделаем. Тридцатка. Маловатенько, да, для этих кошек еще. 36. Вот это уже лучше. Это я какая-то пошлая. Ладно. Так, так. Давайте не 36, а 34 попробуем. Сойдет. О. О-о-о, может быть, 3 О поставить. Или одно О. Нет, 2 О сойдет. Ладно, пускай будет. Если вот такой вкусный, как вкусно, как и я, то фиг с ним. Не все же такие, как я, да? Мне жаль. Так, второй. Размер 12, возвращаемся к нему. Мне жаль. Долго уже. Мне жаль. Вот будет I'm sorry. Можно не жаль, а это самое. Прости. Прости. А здесь один хорошо сделан с конденсатом. То есть, если есть знаки попинания, здесь эти три точки, можно либо вот тут ставить в начале строки пустой знак, либо вот в конце вот той строки, где нету знаков. Можно и так тоже сделать, так что... Так, сойдет. Я только что пришел. Тоже хорошая фразочка. Только чуть-чуть вот так. Так, дальше вот с этими двумя нужно что-то подобрать, да? Я только что пришел. А давайте жирненьким тоже поставим его. Вот так. Я так тронут. Надо вот это побольше сделать размерчиком. Что тебе, Вовочка? А все машинка синяя. Ой, синяя машинка? Какая синяя машинка у тебя была? Которая в руке. В руке? Слушай, я не знаю. Давайте принесем все-таки. Я так думаю. Так. И здесь что у нас... Это надо с от руки тогда писать. Кончая машина. Жизнь за восьмерку, интересно. Кончая машина. Харима, что хотела рассказать? Это пока много всего. Фроу. Харима's life. She has always been, always seen one of the top 8 things here has wanted to say. Так, надо тут не допереведено немножко. О, господи, фрог аут. Давайте попробуем с Google переводчиков перевести слово. Фрог аут. Через переосмыслив. Чё-чё. Так, еще полчасика, то есть 4 странички сейчас сделаем. Остальное, может быть, я буду либо без комментария делать, либо. Ой, так, английский. Как так вообще там пишется? Фроугхоут. Фроугхоут. Ага, сейчас. Фроугхоут. Фроугхоут. На протяжении, вот. На протяжении всей жизни Харимы. This has always been one of the top 8 things he has wanted to say. всю свою жизнь это. Так, где там у нас чешка какой-нибудь? Так, это фраза входит в топ
8. Это не твоя машина, Боба. Это от твоей машины. Какой же я? Арима. Хотел. Вот тут, смотрите, поместить. А ты тебя сядь. Нет, не сядь. Произнести. Произнести. Произнести, как только вот так. Это скрады входит в топ-8. Твоя, которую Харима хотел сказать, хотел произнести за свою жизнь. За свою жизнь. Не? Ой. А, не, всё видно. Throws his name is life. This has always been one of the top 8 things he has wanted to say. Может, по-другому перевести. Так, эта фраза входит в топ-8 фраз, которые Рима хотел... Так, Харима сюда. Который Харима всегда хотел. Всегда хотел сказать. Так проще будет, да? Эта фраза ходит, что после фраз, который Харима хотел сказать. Который Харима всегда хотел сказать. Вот так. И все. Смотри, это какая машинка. Так, тут у нас что? Да. 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 Это что такое за буковка? То, да, то, ва, то. Так. Вау. Вот же тачка. Так, это давайте жирненьким. Сохраняем. Так, вот сойдет. Так, вот с этим вот так вот я бы... Еще немножечко. Так, и тут надо дорисовать немножко. Дорисовать кустик. Ой, как я это не люблю. Есть тут кустики еще где? Нету. Нету кустиков. Что же делать? Вот так вот чуть-чуть. О, знаю, можно так сделать. Ctrl-C, Ctrl-V. Ctrl-T. Другую сторону, шире. Вот так вот, да? Так. И дорисовываем. Так, и дорогу. Так, вот, и соединяем кустики наши и вот это вот. Так, вот, уже лучше. Так, тут сам дорисовать, тут все точно, маловастенько всего. Здесь тоже надо кустиков нарисовать. Так вот, это все потоньше, чтобы казалось, что они разные. Молодец. Съела. Ты точно съел там все? А там лежит яйцо, между прочим, Олечка. Ты вот играешь, что ты съел яйца все, а на самом деле там лежит яйцо. Где у тебя твое яйцо лежит? Где ваше яйцо лежит? Здесь нахуй. Я вот там на столе вижу одно.
Ладно, ладно, играйте. Я просто уже хочу закончить мне это самое, мне немножко надоело. Три странички за целый час. Вот так называется работа. Вот так вот и делать работу эдитора. Так. Так. Вот это вот какая-то фразочка, да, тут? На английском вообще не переводили, а это ба-ба-ба-ба-ба. Вот они ба-ба-ба. Совсем другие буковки. Так, это у нас что? Господи, еще бы... Ага, попробуем такие найти буковки со звуками. Хирогана, во-первых, вот это вот раз. Потом это, наверное, си. И-и. Вот это и-и. Ничего не найдено. Если и убрать... Так, вот все. Ну это точно этот? Да? Да. Или не точно? Ну еще какой-то такой есть. Нет, это не то. Тогда сделаем вот так. Ctrl-C. Был переводчик. С японского переведи мне. Появится. Раши. Раши. Появится. Мама, это кто это? Это кабан. Кабан? Появился. А, шук типа. А что кабан делает? Погоди, девочка, нужно подумать, как надо перевести это слово. Появиться, показаться, появиться. Типа, тру. Давайте появилось, так напишу. Появилось. Так, невзначай. Появилось. Кличка видно было. Появилось. И поменьше. Вот таким образом. Давайте уберем этот самый. Появилось. Это у нас какой? Шестой фрейм, да? Угу. Так, и звук. До, то. Ва то, да? А нет, это не до, это Т. Что там дальше было? Д то. Дальше ва, да? Это не ва. Это не ва. Это у нас вот это. Ви. Ви? Ви, да. Ой, ви, ти. Это снова то и... Да. Пироженку? Яйцо доешь, получишь пироженку. Твоя еда? Яйцо, яйцо нормальная еда. У меня была кровь и... То-то-чи-то-та. Ну это звук, он то, что в этом сам звучит. Это не про кровь, да точно. То-то чи-то-та. То-то чи-то-та. Вот так он дудит. То-то чи-то-та. Так, пробуем это дело по-русски написать. Тут ту-ту-ту, вот так, наверное, да? Ту. Ту-ру. Ту-ту. Ту-ту-ту-ту. Поменьше. Вот и все. С этим закончили. Ту-ту-ту-ту. Сохраняем. Давайте еще одну страничку, четвертую. Да? Ого, даже половину не сделала. Одиннадцатое это что? Одиннадцатое. Угу. Вот лево. Почему размер трубы? Почему размер трубы? А, ты ёшки, как ты смог это сделать? Зачем ты это дело расстреливал? Я же это должна еще редактировать, кто да что. А,
редактировать. Так, ладно, тогда вот эту страничку 11 мы не удаляем. Нет, не сохраняем. Вот эту 11 мы удаляем, а вот эту 11 будем использовать. Перевод type. Лео. Вот так. Клин у нас идет от Милайды. Милада. Эдит звуки. Так, два. Так. Как я? Что я сделала? А это такое мама. Что такое? Это зайка. К-У-Н-О-К-С-Б. Женьки. Корректор не знаю, вдруг страницы нет. Так, перевод type Leo, clean type 1, давайте запишем. Type 1, clean Milaga, здесь звучит type 2, корректор осталось только поделись. Сохраняем. Так, дальше что у нас? То есть 10 страничек, да? То есть, если я еще 2 странички сделаю, так, значит, половину уже сделаю, да? Работы. Я устала, трендец, просто. Так, 10-я страница, это что там у нас было? 10-я. А, там, в принципе, все легче и легче будет, да? Давайте помутузимся немножечко. Я сделаю побольше. Два, Ctrl-C. Удаляем. F2, Ctrl-V. Открываем. Так, так. Давайте тут три фразы объединим. Что ты планируешь? По правде говоря, Ctrl-G, 1, 2, 3, она хочет купить Ctrl-G, 4, это 5, обаяние парней, черт, 5, давайте это тоже туда кинем, 5 и 6, извинение, я просто, она сказала, идиот, она сказала, так, Ctrl-G, это у нас 7, это что за фраза, ага. Это что сразу? Есть какие-то... Ага, это мы сюда идем. Группировали, перетаскиваем сюда, включаем япониш, япониш и... Ого. Так. У меня не получится. Можно побольше, да, 16, наверное, да? Можно было 14. Так, что у нас с клином? Нормально. Тэнмачан. Вот такая бумажка, Тэнмачан. Так, дальше едем. По правде говоря, это у нас 12. Если... Вторая. Так, что ты плани... Можешь купить. Так, есть какие-то идеи. Это у нас Бетинка. 12. Ой, не так. Ой. Спасибо, блин. Так, по-японски. Юку-юку. Что такое юку-юку? Давайте сразу переведем. Юку. Юкун, волноваться. Юкун, может, не так. Значит, сразу давайте напишем. Вот таким вот чертом. Так. Волнуется. Раз, два, три. Много пишем. Видите, ломается. Ты. Ну, можно мне вот это? Вот это что? Покажи. Вот это.
Достать хочешь? Ты сможешь ее достать сам? Да. Ну тогда доставай. Женька. Я не могу достать. Ну тогда не сама. Потом, когда я освобожусь, тогда и достану тебе. Вот так вот сделаем. Так, волнуется, волнуется. Так, по правде говоря. Пробел. Я хочу купить что-то, что для парня, который мне нравится. Ctrl-S. Так, она хочет купить что-то для этого. Так. Так. Тут большие толстые надо, да? Угу. Тут тоже давайте. Большими, 16. И толстыми. Она, 2, 3. А в русском языке мы там, многоточие вертикально не ставим. Но тут уже у нас с клинером. Клинер, об этом надо сказать. Она хочет купить что-то. Угу. Так, отлично, теперь давайте клин подделаем. Достал доску? Ой, ты какой молодец! О, какой ты сильный, оказывается. Пока мама занята. Так, где-то. Мыши. Интересно, да, то, что тут такая, так мало букв на японском, а на английском. Ладно. И звуков тоже. М, или это что-то, си, 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 вот это я не знаю, как это читается. Сира, кука. Я, короче, слово красному акулу не говорил. Так, ну и ладно. Поверим андайтерам. Так, клин. Дорисовываем. Ой-ой-ой. Ну как? Нравится тебе играть? Тут тоже надо. Вот так получится. И вот здесь тоже. Вот так. Так, обводочку надо еще поставить, да? Вот на. Есть. Сохраняем. Так. Следующий. Вообще, я думала, раз уж ты занимался этим с Якумом, ты должен был знать, что можно купить. Чё? Так, тут что-то со шрифтом непонятно. 12. Угу. 12, пожалуйста. Ага, все поняла. Почему непонятно? Так, вообще я. Что это ты не поняла? Чем он там занимался? I follow that since you are going out with Yakuma and you know what to buy. А, поняла. Я подумала, раз уж ты встречаешься с Якумом, то должен знать, то
Ты должен знать, что можно купить. Да? Я думаю, you know what to buy. Должен знать, что можно. Запятая. Просто я подумала, если так. Места мало, ну ладно. Обаяние парней. Что за обаяние парней? Что там за палочка была? Boys feelings, you know. А, поняла. Feelings. Так, немножечко вот так, и это у нас будет Бетина, размер 12, ой, слишком большой, давайте быстро все-таки сделаем 11, потому что большой, слушайте, я на меня на 11, он сразу так резко меняет на 9, зачем? Что так прилип к этой девятке? Так, давайте 10 все-таки так и останется, да? Десятка лучше выглядит. Так. 11. 11 тоже сойдет. Так. Дальше с чертом. Что там с чертом? Угу. Черт. Ctrl-V. Это удалим. Тут тоже давайте 11 поставим. Аккуратненько. Я знал, запятая, что это простое недопонимание. Но моему сердцу до сих пор больно. Конечно, так поближе к нему, к Харине. Так, я что тут с этим? 13. Я давно то хотел кое-что. Да, стой. Я давно хотел. Я давно хотел. Так, можно. Кое-что прояснить. Видишь ли? Может, лучше точку поставить. Видишь ли, отношения между твоей сестрой и мной — это большое недопонимание. Угу. Что там с японским? Угу. Вот это все-таки я, нужно вот так, да? Вот. Великолепно. Это шедевр. Да? Поехали дальше. Так. Извини. Двенадцать. Но я рассчитываю на тебя. Ты мне руку давишь, пожалуйста, подальше. Играя. Мама, что это чайка? Отпусти. А что это чайка делает? Смотрит. Просто оставь это мне. Так.
не делала. Она сказала то, что способно тронуть сердце парня. Так, еще раз, что тут у нас, извини, было. I'm sorry, but I'm counting on you. Ага, поняла. Так, вот с этим сфоралочкой этой тоже можно этим лаком поставить. Толстеньким, как в прошлый раз, да? Или где там, как там? Как, где там, как там, что там? Так, третья страничка, да? Акме, угу, жирненькая. Отлично, то есть так же здесь будем. Акме жирненькая и размер 16, да? Размер 16, сказала я. Просто предоставь, просто ставь на меня. Так, она сказала то, запятая, что способна тронуть сердца парней. Там стоит точка, я вижу. Нет, не стоит. Так, а это просто идет. Так, 12 и бетинку, бетинку. Давайте лучше 11. Или лучше 10. Ставим десятку. Иди от. Так, можно переносить? Давайте стрелочку перенесем, потому что не помещается у нас. Вот так вот. Я тут понимаю, что Тэн мне нравится корабль. Карасума. Так, это дело надо составить. Так. Вот это. И размер 18. 183, ага. Не трудно. Не трудно. Господи, переносить. Переносить трудно. Поднимай. Что ты не клеишь? Не могу. И что-то надо сделать, чтобы смог нарадиться. Карасумакун. Без куна. Мама, это что? Молодец, теперь иди музыку выкинь. Там как раз в Сумакуме ничего не сказано в оригинале, да? Давайте тут тоже уберем. Где там четвертый фрейм? Какая сумма баста? Она хочет купить что-то для этого. Ну хотя ладно, ставим. Ctrl-S. Так, и звуки. Есть ли какие-то звуки еще дополнительные? Тут все окей. Это твое задание. Так, четвертое готово. Сохраняем, выключаем. Пятое. Так, пятый. F2, Ctrl-C. Удаляем. F2, Ctrl-V. Где он? Нет. А сколько тут всего? Ладно, может это просто с виду доказывается слишком много. Так. Так, ты был прав. Здесь можно. Ты был прав, я даже не думал, что можно поехать в Токио. Здесь можно найти хороший подарок. Ты удивительный. Ты удивительный Харимакун. Так, ты удивительный Харимакун. Здесь. Ctrl-G, первый фрейм. Смотри, выпечка в этом магазинчике выглядит очень вкусно. Теперь мы точно выглядим как пара. Так, Ctrl-G, второй фрейм. Я должен. Ctrl-G, третий фрейм. Я должен сидеть как обычно и выглядеть круто. Это очень важно.
Эх, эта девочка такая милая, я бы хотела одеться, как она, но не уверена, что мне подошло бы слишком низко. Это мой шанс, я сделаю тебе самый крутой комплимент. Так, тихо. Я слишком низкая, я должна вести себя. Ага, я походу не докинула. Вот это давайте разгруппируем. Что ты делаешь? Вовочка, пожалуйста, не надо, ты меня раздражает. Я бы хотела одеться, я должен вести себя. Так, это не то. Эх, я слишком низко, это мой шанс. Сделаю тебе самое последнее. Одея вот это, я слишком низко. Так, дальше. Я запуталась. Простите. Это у нас 4. Во, все фразочки туда закинула. Я уже думаю, что что-то пропустила. Так. Так. Начинаем. Ctrl-S. Ты был прав. Здесь все у нас вторая версия. Размерчик 12. Это, походу, будет у нас бетинка, да? Почему-то девятка тоже ставится. Странно как-то все. Так, давай, 12. Ты удивительный, запятая. Я хоть и неграмотна, но я знаю, что ты надо запятую ставить. Так, давайте подвинем еще немножко. Здесь мы сможем найти хороший подарок. Ты был прав, пониже чуть-чуть. Смотри. Так. Так, и размер 13. Смотри, выпечка в этом году все очень вкусно. Я тоже выпечку хочу. Слушайте, кажется, кушать хочу. Завтра будет суббота. Завтра, да, суббота. И что? Это. А что горбушку не доел? А ты хочешь горбушку поесть? Я очень хочу горбушку. Я как раз голодная. Мама. Да. Завтра будет суббота. Значит, ночь наступит, да? И почистить чубки надо, и поспи, мы начали. А мы тут оставите мне компьютер? Конечно, оставим. Так, вот так вот лучше сделать, да? Большими буковками. Толстые, не толстые? Толстые. Толстые, притолстые будут буковки. А наклонные, это? Потому что мысли. А что это, дядечка? Он идет. Видишь, какой он крутой. У него очки темные. И пиджак черный. Он делает вот так. У него такой взгляд. Так, ладно. Что тут у нас дальше? Угу, тут звук какой-то. Гу, а это такой не, по-моему, это не. Я должен вести себя так, здесь пробел, вести себя как обычно и выглядит круто, это очень важно. Это с этим хорошо. Так, слушайте, мне кажется, или у Тэна вот такой шрифт, а у Карима другой шрифт. Или мне так кажется. По какому принципу? Здесь такой, здесь такой. Так, я слишком низкая. Это у нас будет бетина. Мама, сегодня папа купит муку. Муку? У нас есть мука? Нам не нужна. Не нужна? Да, нам не нужна мука. Слишком низкая. Муша, мука, чтобы сделать блинчики. Ты блинчики хочешь? Да. Ах, вот и на что. Так я могу сделать блинчики, у нас же есть уже муха. Муха. Так, тут точек слишком много. Угу. Эх, это девочка. Девочка. Такая милая. Так, я бы хотела одеться.
я бы как она, но не уверена, запятая, что мне подошло, что мне подошло бы вот так вот. Точка. В конце предложений в русском языке всегда ставятся точки. Что-то как-то мне не очень нравится, как я это сцентрировала. Может вот так? Как она. Как она. Песенка такая была. Как она. Просто как она. Так, дальше. Это мой шанс. Что-то у нас с японским. Крупный жирненький. Тут чуть поменьше, он тоже жирненький. Так, это мой шанс. Крупный 18. Жирненький. Давайте двадцатку сделаем. Двадцатка. Кажется, не ребенок кушать хочет, не поехал в холодильник. Я все слышу. Я все знаю. Так, а это будет у нас 16. Я сделаю тебе самый крутой комплимент. Вот так. Хочется сделать. Ай! Куда попала я? Я сделаю тебе самый крутой комплимент. Мама, можно соль с яичкой? А ты еще не доел яйцо? Ну давай, можешь посолить. Это же вкуснее так будет, да? Это. Так, и это тоже жирненький надо поставить. Жирный, жирненький. Уверенный жирный шрифт. Со всей уверенностью скажу. Так. О, тут все такие звуки. Так, звуки. Тут никого нету. Так, значит, вот это раз, вот это два. И все, да, звуков больше нет. Эту фразу перетаскиваем куда? Вот начинаю отсюда. Угу. Вот такой 18. Ой, почему на них не хочется? Также без тире пишется. Также понятно. Запятая. Что Хариме Кензи нравится тема кино. Давайте поуже сделаем немножечко. Не хочу переносить так много. А, вообще супер. Поместилось. Так, звуки. Начнем с гу-не. По-моему, там не. Хирагана. Где у нас гу? И не. А, это ну получается, да? Гу-ну-гу-ну. Бур, шмыт, гр, трястись, плакать, злиться, бурление. Мама, бурление, бульканье. Да, я помню, еще на яйца белое. Еще яйца белое? Ох, Волочка, давай я попозже немножечко. Сейчас страничку доделаю, я на этом закончу. Я тебе потом... Господи, сколько тут игрушек у нас. Яичко достану. Так. Дело последней страницы, и на сейчас, по крайней мере, хватит. Мы с Славочкой перекусим. В обед потом пойдем мы с ним в магазин. Когда вернемся, не знаю. Но сегодня я сделаю этот самый еще шкурный переполох. До конца. Так, как я сказала? Бур. Бур-бур. Давайте бур. Напишу. Каким шрифтом? Такие можно. Бур. Три целоточки. Раз, два, три. Полез в холодильник сам. Да что такое? Вова! Иди-ка сюда, пожалуйста.
там хочешь сделать? Яички достать свои. Я тебе достану яйца, только пожалуйста, не надо с вами помазать. Я скоро сейчас закончу, Вовочка, подожди немножечко. Так. Так, и последнее. Ги, у, и, чё? Катакана. Ги, а это ра. И, ну и цу можно не ставить. Ну ладно, ставим цу. Ги, ра, и цу. Героин. А нет, это... Ну это же не N в конце. Героин. Герорицу. Герорицу. Гера... Герорицу. Герорицу. Что это за герорицу? По-английски что пишут? Ничего не пишут по-английски. Аккуратно. Гира. Как делать? Так. Что это делает? Нет. Дядя? Дядя. Дядя так не делает. Дело вообще рта нету, там не нарисован. Так, дай-ка тестим попробуем. Попробуем гира. Гира, зырк. Зырк, да? Гира. Рицу. Арицу. Гира. Зырк. Рицу. Рицу. Ри. Ри. Тр. Зубки насекомых. Или сирена. Ну, короче, это будет зырк. У нас вот такой другой. Так, каким шрифтом? Корявый шрифт должен. Корявый толстенький. Ага. Круглый, тонкий, квадратный, квадратный, дрожащий, квадратный, длинный, дрожащий, квадратный. Зырк. 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 Вот так. Обводка черная, обводка белая. Обводка черная, обводка белая. Толщину убираем. Обводку черную потолще. Так, да? И внешнее свечение тоже толще. Окей, и другой делаем. Дуга. Давайте немножечко еще вот так. Вот так. Вот. Сохраняем. Все, на сегодня хватит. Еще осталось у нас 5 страничек. 6, 7, 8, 9, 10. Я либо сегодня вечером еще продолжу, да? Либо... Я сегодня вечером продолжу, потому что сейчас у нас 3 дня будет. Быдов. Так, продолжим сегодня вечером в 9 часов. Закончим эти 5 страничек. Но я там буду быстро-быстро уже делать, без комментариев, скорее всего. А может, с комментариями, не знаю. Так, на сегодня все. На сейчас все. Пока-пока. Тебя не видно. Пока-пока. Вот так. Давайте, пока-пока.